судьба и Грузии, всех нас решается в Украине. Потому я в Украине. И уверяю вас, я как гражданин Украины не сдам эту страну вам. Я как гражданин Украины не разрешу вам ее до конца разграбить. Страну, которую вы довели, вы и твои, ваши хозяева, довели до уровня Габона по доходу на душу населения. Страну, которая по уровню коррупции находится на уровне хуже Нигерии. В стране, где по коррупции говорит 80% всех опрошенных бизнесов. Страна, которая, вот сейчас я видел сегодня статистику, по налоговым этим находится на 107-м позорнейшем месте в мире. Это ваши хозяева давили, потому что когда налоги трудно, когда налоговая реформа такая трудная, то тогда легко грабить. Когда нет прозрачности, легко грабить. Когда нет, то вас не устраивают грузины в Одессе? Конечно, не устраивают. Потому что до этого все, у вас был между собойчик. Когда не было сакварелиди, прокуроры тоже в этом участвовали. Когда не было лорд-хипанди, милиция это все прикрывала. Да, большой сюрприз, что оказалось, что могут бывать и другие прокуроры. Кстати, в основном украинцы. Там эти обыски сделает сейчас Олег, я не помню фамилию, из Винницы. Прокурор, честнейший, молодой, хорошо образован. Есть новые украинцы. Есть украинцы, которые не принимают ваших правил игры. Есть украинцы, которые не считают, что если ты в парламенте, то только ты должен быть показан. Чем стать?